ребятами, с которыми я спал в палатке, болтали до часа ночи. До двух. До двух даже. Или до позже. И в первый лидер дня, мне повезло, я был лидером дня. Еще самое яркое впечатление, когда я обливал Дану из тарелки. Да, это было весело. Она сидела на катамаране, я ее отталкивал и обливал. Много ярких впечатлений. Когда мы плыли туда-обратно, это было классно. Вот. Уже время я и пилила дрова. Ужин готовили мальчики. Ужин готовили. Плакала. Я не лентяйничала, я бы вышла. Я когда, там плакала когда мы вообще-то. Готовили? Да. Единственное, что я там не мог уснуть, потому что я ужасно боюсь гадюк. Это когда мы искали по навигатору, мне понравилось. Мы нашли ту же самую сгущенку, которую мы в первый же день съели, а потом на этот день съели еще одну банку. Около костра сидеть, в речку выливать, в озеро выливать суп и выбрасывать кашу. Ну, еще то, что не относится, походу, у хаски. Желаю, чтобы не залезла в спальный мешок змея. А только тяжело начать грести, потому что уже давно не грел. Нет. Чтоб обязательно были дрова. Но в этот раз было классно, потому что мы сначала приехали, разместились, вынули мешки, потом начался переполох, все из него выходили как-то, ловили рыбу, поймали ее, съели. Все было круто, что мы раскрашивали деревья и нарисовали наш план. У меня вторая категория сложности, точнее стадия. Народ горячий.